Строительство поликлиники по проспекту Ленина идет по намеченному графику. С работами подрядчика сегодня познакомился председатель правительства республики. Первая свая будущей поликлиники была забита в июле, и сейчас подрядчики поднимают один из четырехэтажных блоков. Необходимые коммуникации к объекту подведены. Серьезных проблем пока не возникает, отмечают строители. Строительство поликлиники в правительстве региона держат на постоянном контроле. Для республики это приоритетный проект. Подрядная организация заверяет, что в первом квартале 2018 года все будет укладываться в первоначальные планы. И по контракту сдача объекта планировалась в 2020 году. При нормальном финансировании сдать объект можно в первом квартале 2019 года. Организация известная, никаких нареканий со стороны заказчика сейчас не прозвучало. Дирекция, кто ведет здесь технический надзор, я думаю, что на объекте все будет хорошо, и он станет украшением города Чебоксары. В поликлинике будут размещаться кабинеты неотложной помощи, отделение восстановительного лечения, дневной стационар и диагностическая лаборатория. В перспективе здесь будут обслуживаться жители всего центрального района Чебоксар. Планируется, что за смену врачи смогут принимать более 500 человек. Новая поликлиника почти наполовину разгрузит центральную городскую больницу.